Белохвостый Манал. Участок Баошань государственного природного заповедника Гао-Лигуншань в провинции Юньнань – один из наиболее важных районов в области мирового биологического разнообразия. Здесь, на высоте около 3200 метров над уровнем моря, среди зарослей кустарников и на опушке леса, обитает один редкий вид птиц – белохвостый манал. Род маналы включает всего три вида. Белохвостый манал – один из них. По сравнению с другими родственными видами, у белохвостого манала более узкий ареал распространения, а численность его популяции на планете составляет менее 10 тысяч особей. Белохвостый манал получил свое название благодаря красочному оперению и белому цвету заостренных хвостовых перьев. Белохвостые маналы встречаются очень редко. Но благодаря усиленным охранным мерам численность их популяции постепенно восстанавливается. Окно в таинственный мир животных, где никто не тревожит его обитателей.